Самые выдающиеся молодые ученые Казани были награждены молодежной арбузовской премией за успешные исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Почетное звание и заслуженная награда продолжает успешно привлекать ученых со всего города к науке, формируя кадровый потенциал для исследовательской деятельности. Данная премия уже проводится 19 раз, и она как раз направлена на то, чтобы поддержать и выявить наиболее талантливых молодых ученых-химиков в городе Казани. И эта премия проводится по инициативе и поддержке мэрии города Казани и лично Ильсура Раисовича Мечина. Финалистов приветствовали председатель Комитета по делам детей и молодежи, директор Химического института имени Бутлерова, первый проректор Казанского федерального университета и многие другие. Приятно находиться здесь, подведение итогов конкурса на премию выдающихся химиков Арбузовых, которые составляют гордость Казанского университета. Вы знаете, что Арбузовы из той блестящей плеяды химиков, которые, начиная с 19 лет, прославляли нашу альма-матер. Недаром говорят, что органическая химия 20 века в России – это целая эпоха учеников Арбузова. С их именами мы вошли в 21 век. Хочется верить, что через некоторое время российская химия нашего века будет ассоциироваться с именами награжденных молодых ученых. Я занимаюсь исследованием в области фундаментальной, в области физической химии, которая является основой для объяснения природы различных процессов, которые протекают в веществах. На протяжении уже свыше 10 лет, и эта победа – это результат того объема исследований, которые были проведены, объяснены, опубликованы. Казанский федеральный университет можно заслуженно назвать локомотивом науки. Он набирает такую силу и мощь, что теперь эту инерцию остановить вряд ли удастся. Наши ученые делают очень серьезные шаги в развитии химии и тем самым способствуют тому, что Республика Татарстан становится передовой и известной не только на территории России, но и далеко за рубежом. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.